Друзья, всем привет! Вы на канале ToysKyiv.com.ua. Сегодня на обзоре у нас детская Формула 1. Вот так она прикольно выглядит. Сделана полностью из пластика, пищевого, кстати. Он не имеет запаха никакого, то есть абсолютно нейтрален. В чем прикол? Да, у нее вот нажимается вот этот задний спойлер, да, так отъезжает. И ребенок ее может за собой тащить на вот такой вот. Немного, конечно, примитивная, но тем не менее ручка. Она довольно большая, то есть если ваш ребенок научился ходить, вы можете ему как мотивация купить такую машину, чтобы он за собой ее возил. В принципе, можно ее рекомендовать к покупке. Ценник мы сделаем на нее самый хороший. Ссылочка будет в описании на наш сайт, и цена будет реально лояльная. Всем спасибо за просмотр, всем пока.